Всем привет, с вами держатель микрофона Максим Исаенко, и я приехал в 8-ю школу, чтобы посмотреть, как местные тайские боксеры из секции тайского бокса 8-й школы Тайкик готовятся к предстоящим соревнованиям. Сейчас у них как раз только что началась тренировка, они разминаются, сейчас мы за этим за всем и понаблюдаем. И вот тренер секции тайского бокса 8-й школы Тайкик Марат Галиев. Марат, расскажи, как готовитесь к предстоящим соревнованиям? Много у вас будет участников и много ли дебютантов? Готовимся активно. Хочу выставить команду больше, чем 10 спортсменов. Практически у всех это будет дебют, так как секция наша существует чуть больше года. Поэтому это будет первый старт у большинства спортсменов. Как готовитесь? Уже конкретно перешли, наверное, к ударам, к технике какой-то, тактике? Сейчас отрабатываем тактические действия, нарабатываем технику работы в ринге, движения в ринге. До этого мы нарабатывали физические качества, силу, выносливость. Ну, а сейчас перешли на микроцикл отработки технических действий. Вообще, если возвращаться к секции, сколько ребят занимается, какой возраст, когда тренировки проходят? Больше 40 детей у меня занимается, возраст от 7 лет, тренировки понедельник, среда, пятница, вечернее время. Ну, наверное, все желающие еще могут попасть. Желающие могут попасть уже, наверное, в следующем году, так как у меня группы набраны, вот, достаточно быстро набираются. Очень много ребят хотят заниматься спортом, развиваться. Ребята готовы на 5 из 5, поэтому будем побеждать. И вот рядом со мной один из участников предстоящих соревнований, Малков Данил. Данил, как готовитесь? На что упор делаете? В основном, я так понимаю, не первые твои соревнования, наверное, уже, да? Да. Расскажи. Мы делаем упор на ноги и на руки, и на колени. Ты как конкретно готовишься? Какая, может, индивидуальная программа у тебя? Нет, такая же, как и у остальных. До этого как выступал, какие успехи были уже? Я занимал первое и второе место. Сейчас как рассчитываешь? Сейчас, ну, думаю, первое. Тренер что говорит? Тренер говорит, есть успехи, но надо все равно тренироваться. И вот со мной рядом Егор Цыпышев, тоже будет участвовать в предстоящих соревнованиях, но для него это будут дебютные соревнования. Расскажи, как сильно волнуешься? Да никак, думаю, как обычно, спарринги по пятницам, как у нас, и все. То есть привычно для тебя уже? Ну да, я думаю, да. Ну перед рингом, перед выходом в ринг все равно какой-то, может, страх будет присутствовать? Возможно, я не знаю, там, когда будет, тогда и посмотрим. Как тренер настраивает? Вот, отлично, веселый. Как давно занимаешься вообще тайским боксом? Не знаю, месяца два, наверное, может, три. Почему именно этот вид спорта? Потому что мне нравится такое, что не только руками, а разновидности и руками, и ногами. Ну и защищаться можно. Что самое любимое на тренировке? Естественно, спарринги. А самое трудное? Наверное, больше бег. Друзья, и в сегодняшнем видео мы произведем розыгрыш вот этого вот сертификата на 500 рублей от сети ресторанов доставки в Полевском, Япония. Условия очень простые. Нужно быть просто подписанным на группу ВКонтакте «Новости Полевского горсайт», поставить лайк под это видео в этой группе и написать в комментариях «Участвую». Все очень просто. Участвуйте и зарабатывайте вот этот вот сертификат. Далее.
На этом пока все. Как прошли соревнования и как на них выступили полевчане, я вам обязательно расскажу. Поэтому не забывайте подписываться на канал «Держатель микрофона» в Ютубе, Яндекс.Зене и во всех социальных сетях. Не забывайте про розыгрыш, который сегодня мы объявили. Пока!